дождь в Альпах. Не доехали до перевала, но вот южно-тирольская деревня. Каназея. Вот это вот красивая южно-тирольская деревня. Мы отсюда возвращаемся уже в итальянскую Италию. И будем... Да, вот растет сирень. Сирень в июне месяце. Вот горы, покрытые снегом. Пах. Идет дождь, правда, но видно более или менее горы, заснеженные горы. Вот кругом елки, альпийские луга. Вот там опять заснеженные вершины. Облака ниже гор. Елочки. Вот горы. Вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой.